Нет дождей осенних, мы радуемся солнышку. И хотелось бы всем, в первую очередь, учителям, нашим дорогим учителям, с которыми вот уже 11 лет мы вместе, пожелать вам, хотя понимаю, что очень сложная начинается работа, напряженная работа, чтобы Бог дал вам здоровья, мудрости и уважения друг к другу. Дорогие детки, вам хочется сказать, чтобы вы сегодня, в этот день знаний, постарались переключиться уже на новый этап вашей жизни. Это новый учебный год, чтобы эти каникулы, понятно, очень хорошо отдыхать, но чтобы сегодня вы уже почувствовали себя, что вы уже школьники, что вновь нужно со всей ответственностью, со всем прилежанием стараться учиться и познавать, грызть нашу науку. Да? Дорогие учителя, особенно первого класса, хотелось бы вас попросить, чтобы вы постарались привить любовь к знаниям нашим деткам, чтобы они старались сами учиться, чтобы мы, как родители, не старались подгонять их, а чтобы помогали им в этом. Дорогие родители, а нам с вами предстоит вновь и вновь стараться помогать нашим деткам познавать эту науку. Вот я уже шестой раз в первый класс поступаю. Вот хотелось бы, может, кто-то из вас второй, третий раз. Вот те, кто первый раз, старайтесь с самого начала учебного года быть внимательным к своим деткам, чтобы помочь им, чтобы в дальнейшем им хотелось учиться, чтобы на самом деле они выросли достойными гражданами нашей страны, нашего города и нашего района.